Ну чё, подписота, всем привет, всем здравствуйте. Здрасте, Егора. Здравствуйте. Ну чё, ребят, 10, как говорится, января, рабочие дни начались. Мы ещё продолжаем, значит, отдыхать, мы в Красноярске. Так, чё, как вы, наверное, уже поняли с обложки этого ролика, чё мы приехали? Приехали Егорки. Чё? За куркой. Кому сказать спасибо? Фёдор, спасибо, братанчик, спасибо тебе за донатик. Так что мы идем. Спортмастер. Так, ну чё, сыночек? Где куртки? Пошли искать тебе куртку. Детские куртки же нам надо. Нам осталось на 152 и 140 ваших. Ну-ка, вот такую, Егора. Она вот посимпатичнее. Но мне тоже больше вот это нравится. Ой, не желтый, не да, большой. Да. Она, я говорю, что-то вот эту. Да, тебе сказали, заменят же. Давай, ну чё, всё. Со скидкой. Конечно. Ну-ка, вот эту померь. Подлиннее немножко. Ну да, потом, ну, другой фасон у нее вообще. А все, там брак, так же. Ну. Да, порезанная, ребят, не берем, берем другую. Вон, видишь, у нее какой карман. Да, вот это даже получше так же выглядит. Ну-ка, встань, посмотрись. Да. И тут у тебя, смотри, кармашек какой-то. О, как-то. Ну это просто, чтобы одевать. Ну классно. Форма такая. Карманы как? Не надо больше. Рабочие? Да. Нормально, да? Проверил. А попробуй ручки вот так вверх подними. Нет. Нормально. А тут что у него это есть, да? Там. Нет, ну, там этих противников. Нету, да, этих? Нет, здесь не так застегивать. Ну что, сынок, вот какую? Как? Или ту нравится? Нет, то есть он тоже порванный. Че, давай, Мань? У тебя такую же нашла, есть не порванная, целая. Да, есть целая, вот такая же. Че, монетку берем или как? Да, че, вот. Че, какую вот делаем? Это орел, да? Вот эта куртка. А это орешка, да? Давай, кидай, подкидывай, и мы смотрим, какую берем, ту и забираем. Все, давай, открывай. Че там? Орешка. Это че? Вот это. Все, берем эту. Так что мы, ребят, забираем эту куртку. Идем, оплачиваем сейчас. Все по красоте. Высок. Ставьте, ребят, лайкосики. Он уже сразу в этой пойдет. В этой, да, пойдет? Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы с вами. Никто никуда не убегает от души. До новых встреч, ребят. Как говорится, в следующем ролике. На, вот карту тебе. Иди оплачивай. Все, оплачивай. Да, вон у него карта. Прилагай ее и все. Все, одевай. Да. Все, забирай чеки. Пойдем. Все, ты рад? Да. Все отлично, да? Вот такая вот курточка взяли. Вот цена куртки. Нормально? Да. Рад? Все, застегивайся. Так, ребята, планета боулинга. Мы в боулинг, короче, идем. Здрасте. С прошедшими праздниками. Сколько денег должны пройти к вам в гости? А? Не, мы первый раз вообще в жизни. 699 час игры, от 1 до 10 человек. Это нам всем 690, и мы вот втроем зайдем, да? Да, да. За всех, да, заплачу. Тогда без бабы поедем, да? Как будет мама. Маму возьмем и приедем. Теперь будем знать, где играть. Пошлите дальше. Мы на разведочку, как говорится.